Jahre. Очень тоскливый тип номер. Что вы хотите? Чтоб ты танцевал в бассейне. Побухать хотите? А? Побухать хотите? Нет, бухать мы уже нажрались. Бухает до. Предпоследний день пребывания. Установилась отличная погода. Круговая панорама. Ветра больше нету. Вот и солнце взошло. И под водой. Пошло видео. Скажи ку-ку. Глупые вопросы я не отвечаю. Мы снимаем борьбу за жизнь краба. Иван Иваныч, вылазь давай, ползи к океану. Вот он должен доползти до океана. Оттуда мы его вынули. Оттуда мы его вынули. Крабовые гонки. Обленился? Пока что он не хочет. Поэтому Опа. Так, волна достала. Ползти не хочет собака. Теперь медленно идешь ко мне. Насколько медленно? Медленно-медленно идешь ко мне. А вот он летит, летит, летит. Сейчас нырять будет. Смотри, 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 смотри. Опа, пошел, пошел, пошел. Давай, 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 давай. Ныряй. Ныряй давай. Ко мне не видно, поймал я его в объектив или нет. Опа, опа, пошел, давай. Нифига, не хочет нырять.
Побежденный пеша. Есть. Какие цвета, е-мое. А Масик? Масик, скажи ку-ку. Язык. Нормально. А вот Наталья идет. Дождик начинает капать. Наталья дождик несет. Кого? Да уже фотографировал и летящего, и парящего, и ныряющего. Я обалдею, я не могу остановиться на этих цветах. Уже столько раз снял эти цвета. Еще снять. О, и дождик собирается. Пять за ракушки дала. Ну, я целый дала, у меня было еще пять по одному, потом были... А, мы же в ресторан ходили. 5, 10. Вот и дождик. Последние пару часов. Сейчас мы летим домой. Последнее кофепитие. Прямо под дождем. И пошел дождик. Так, все, дождь в дорогу — это к успеху, к удаче. Бай-бай. Бай-бай. Масик бросил монетку в океан, чтобы вернуться, и возвращается к дороге океана. Попроси, идем попросим, чтобы открыли.